чего началась вся вот эта тема по организации городской программы «Дорожная карта». При формировании программы «Мой любимый город» до начала ее формирования был проведен опрос жителей города по проблемным направлениям. Также поступало очень много обращений горожан по плохим дорогам, потому что на дорогах опущены колодцы. Большие проблемы с транспортом, что попадали колеса. То есть много было обращений в ГИБДД и в администрацию. Также горожане обращались по поводу отсутствия достаточного количества лавочек, скамеек, благоустройств на придомовых территориях, отсутствие малых архитектурных форм, достаточного такого в шаговой доступности на территории землеотводов. В рамках месячника экологического был проведен выезд главы муниципального образования Андрея Николаевича Шубина с командой администрации в садоводческое товарищество «Десна». По инициативе садоводческого товарищества был проведен субботник по уборке мусора крупногабаритного и мелкого бытового. В этом направлении очень большую помощь оказала Смоленская атомная станция по предоставлению техники, наши коммунальные службы, ну и также большую работу провели сами садоводы. В рамках встречи главы муниципального образования с садоводами главой было дано обещание подумать над вопросом текущего ремонта асфальтобетонного покрытия именно дороги, которая идет по садоводческому товариществу «Десна», садоводческому товариществу «Строитель». То есть это первое, второе, третье поле. Вот этот же вопрос был включен в обсуждение по включению в данную программу «Мой любимый город». Также на протяжении нескольких месяцев глава муниципального образования и директор атомной станции Павел Алексеевич Лубенский проходили по выходным дням и осматривали территории города, где какие еще проблемные вопросы, встречались с горожанами. И также вот эти все собранные вопросники легли в основу вот этой вот программы. Данная программа разделена на три блока. Это ремонт асфальтового покрытия дорог общего пользования, это благоустройство придомовых территорий, это закупка малых архитектурных форм, это обустройство и благоустройство парковых зон. По благоустройству и закупке малых архитектурных форм конкретно по двум адресным объектам. Это второй микрорайон 18-20 дом и первый микрорайон дом номер 10. На этих площадках прошли общественные обсуждения, которые были размещены на нашем сайте, на наших информационных площадках, то есть люди принимали активное обсуждение в решении вот этого вопроса. То есть положительное отношение людей был, хочу отметить, и будем надеяться, что сейчас после размещения данных аукционных документов на площадках придут достойные подрядчики, которые сделают все это вовремя и в срок, и на высоком уровне. И, естественно, контроль за выполнением всех этих видов работ и асфальтирование дорог, и установка малых архитектурных форм, и изготовление лавочек, скамеек, то есть это все будет под жестким контролем комитета по городскому хозяйству и, естественно, представители от Смоленской атомной станции, которые вместе с концерном выделили нам эти деньги, достаточно большие деньги под реализацию вот этой программы.